просто не лежать на спине. Ноги должны быть все время где? Согнутые за трубку. Раз. Вот. Ножки должны быть согнуты. Даня, что вы там сердцем занимаетесь? Давайте руки ноги, делайте прием. Еще убрал руку. За голову, разворачивайся. Разворачивайся, Вот. И сядь хорошо, Что ты стучишь? Держи руку мою. Вот так. Емного, сядь. Не мешай, сядь, как ты выйдешь. Хорошо. Ну, уже разворачивайся. Уже надо было руку отпускать. Ну, Даня, руку отпускаю, ногу за голову. Вот так. Меняемся. Здоровья. Пришел и сделал бедро. Ты много делал на соревнованиях бедро? Бывало. Раз в три года, да? То есть сначала нужно подготовить все. От ситуации зависит. И ситуация бывает такая, что у него рука, руку прихватил и удержал, и все. И не надо даже переворачивать. А сейчас легче всего сделать что? Перевернуться вместе с ним, делать удушающие. Начинает уходить, делайте болезнь. Отсюда взяли, все, но не в полную силу, а все-таки в три четверти, чтобы она как бы была как игра. Взяла, оп, отсюда, все, и начинаешь отсюда. Раз, нет, значит отсюда уходишь. Раз,
ручку отсюда постараюсь, отсюда взять. А ты вместо того, чтобы... Я ногу взял. Что? Я ногу взял. Да какая нога, блин? Давай, бери. Вот ты взял, да? Вот мы перевернулись, переворачиваемся. Вот мы перевернулись. Все, моя задача защищаться вот в этом положении. То есть и тебе давать работать, и не давать работать, и в то же время, понимаешь, не уходить. То есть постараться отсюда работать так, чтобы как бы дать ему возможность прочувствовать ситуацию. А вы боретесь, ушел бы и все. И поэтому и чувствую нет. Полностью готовы? Джан! Вперед! Машка, крути педаль, пока не догнали. Сейчас они столько встанут, будешь бороться. Сел сверху, взял за две руки. Что такое, коллега? Ходить надо иногда. Туалет. Из туалета. И меняйте самостоятельно. Раз. Прошло секунд 30-40. Попробовал. Оп-оп. Вот. Что нужно отсюда сделать? Ногу скинуть. Не дать ему здесь, да, рукой. И не уходи со спины. Вот со спины не уходи. Поменялись. Вот это поменялись. Со спины не уходи. Давай. Ну вот как я сейчас лежал. Вот он мне делал одно, я лежал на спине, старался ручку убрать, сюда голову убрать. Все, вот так вот. Постарайся, чтобы он ногами не держал. Есть возможность, чтобы он рукой не задушил. Понял? Да. Видишь, я все равно лежу. А вы старайтесь уйти. Вот здесь. Здесь. Во-первых, лег на ногу, чтобы ты ноги здесь не достал. Постарался убрать ножку и не дать тебе, чтобы ты опять. Дальше, если ты рука. Этой рукой защищаешь. Если ты хочешь взять здесь, сразу скидываешь сюда. Мате. Ставим стойку. Вот такой пояс, так и больше. Вот такой. А у меня черный. Ну, вот так и больше. А у вас вниз нет больше. Так и будет. А Юрий сам же без пояса. То есть, значит, хороший удар по печени. Вы не видели, у него там просто на руке вот здесь, вот он где такая черная повязочка. Смертельный удар. Ага, смеетесь, как раз по печени. Бьет не сильно, но очень больно. Так, далее. Ко мне, Маша. Вышел с Владимиром. Владимир? Да. Можешь бросать ее как хочешь, но ты должен в стойке остаться, это первый. Ты должен двумя руками захват держать. Но второй, ты она берешь захват и стараешься от такой вот... Не, Владимир, с ней боролся, только хуже боролся. Эй, что? Да. Иди сюда, Владимир. А что, да? Все, что вы смотрите ему? Готовы? Вы готовы? Да, готовы. Хорошо. Борюсь. Две минуты. Начали.
У нас самбо будет 30 марта. А республика по дзюдо? А республика по дзюдо будет по премии. Отменилось, да? Ну, сейчас же деньги на выборы ушли. Вон, я вот за вас заплатил 2000 в месяц, вот то, что вы участвовали. Мне еще деньги не вернули. Там по 100 лет. Дэнни, ты борешься или что? Я устал, чтобы не перезвучить. Ты устал? Да, очень. Очень? Мать, я не понял, если он устал, что ты с мной смотришь? Сожрай. Так, Маша, я не еду. Есть правило, не выходи. Да ты батун. Стоп. Все, что ты ждешь, отпускай. Чего ты ждешь? Он же не знает, что болевой. Он не знает, что надо сдаваться. Выпрямил руку, отпустил и все. Давай, 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 Маша, давай. Наша сдвинется за ногами. Есть, молодец, батун. Ты помнишь? Видишь? Стоп, не двигайся! Не двигайся, скотина! Стоп! Я? Да, не двигайся! Стоп! Не двигайся! Подойдите все сюда! С этой стороны! Не двигайся! Не двигайся! С той стороны встали! Все с той стороны! Вот здесь! Отпусти меня, идите сюда! Не двигайся! Не двигайся! Не двигайся! Посмотри! Чуть-чуть Владимир назад! Чуть-чуть! И чуть-чуть отойди! Вот была ситуация! Где твоя рука, а? Где твоя рука? Что ты должен был сделать, мешок? Дай сюда! Вот ты должен был взять ее вот сюда поставить, молодец! Человек, быстро и не... Видишь? Учили, учили, он... Что, девочка, что ли? Что ты его за дождь держишь? Ну так, пожалуйста. Ты не рано, и все, и убежали мешки, блин. Блин, задрали. Ходят умные очень. А ты говоришь, Пастухов, не получится. Дятел! Зачем бороться, если взял руку, тело держать, ничего делать не надо. Давай далее. Ходи хорошо, Владимир, не ходи как на параде. А то вот сразу улетишь. То, что улетишь, ладно, а то, что ударишься. Дай, я накажу тебя. Бросай назад через грудь. Маша, стоп. Маша, стоп. Ну, рука, ты видишь там, да, торчи. Или жестче переверни и отпусти захват. Давай, 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 давай. Не вижу, кто тут работает. Отлично. Все, ушел. Ушел. Следующий. Смотри, будь аккуратней. Так, сейчас. Тридцать бросков сделали, знаешь. Где коронный бросок? Давай, Пастухов, не знаю, твой коронный бросок дальше. Маша, стойко. Вот только ты борешься или болтаешь? Да, борюсь. Задуши! Что ты стоишь, мешок, блин? Пастухов, кто? Да. Почему не задушил? Ну... Еще раз, почему не задушил? Поворачивай. Что ты стоишь, мешок? Подвернулся, ушел и задушил! Думает он, блин. На него, вот руку, 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 вот. Вот тут стойку. Владимир пошел.